Мы продолжаем знакомить вас с инициативами жителей округа, которые поступают на портал «Народный контроль» в рамках проекта «НАО-100». На сегодняшний день их 56. Напомним, что проект станет дорожной картой по реализации на территории Ненецкого округа национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным, и стратегии развития региона до 2030 года. В следующем материале расскажем об инициативе искательских спортсменов. Виктор Шатыло уже 15 лет тренирует юных футболистов поселка Искателей. Желающих посвятить себя самому популярному виду спорта в мире хоть отбавляй. Но есть одна проблема – отсутствие специализированного спортивного зала со стандартным полем для игры в мяч. То есть на сегодняшний день в Заполярном районе, да, в Искателях, самое большое муниципальное образование, в котором нет спортзала, то есть элементарно. Да? То есть это центр, где проводятся районные соревнования. То есть на сегодняшний день они проводятся в школе, либо в ДЮСШ поселка Искатели, где зал, там волейбольная и баскетбольная площадка. То есть я вот работаю тренером 19 лет, тренирую детей в Искателях. Вот сегодня у меня было там 20 человек на тренировке. Вот зал меньше, чем баскетбольный зал, то есть там размер 12×24, это, грубо говоря, половина поля стандартного мини-футбольного. Поэтому Виктор предложил в проект «НАО-100» свою инициативу строительства в Искателе современного спортивного зала. Его начинание уже сейчас поддержали футболисты всех возрастов. Участник клуба «Искатели» Александр говорит, стандартная площадка для игры в футбол – это необходимость. Спортзал стандартный вот, нам очень необходим, потому что мы когда тренируемся и играем здесь, а потом выезжаем в другие регионы, например, нам видно, что очень непривычно и неудобно играть там. И вот если был бы спортзал, то и результат наверняка были бы лучше у нас значительно во всех возрастах. Сейчас единственным качественным полем для игры в футбол в Нарьян-Маре остается спортивный зал Дворца спорта «Норд». Чтобы удовлетворить потребности всех желающих побегать с мячом, время для игры здесь ограничено. Оно и нужно чаще, чтобы тренироваться. И, конечно, нужен зал со стандартной площадкой желательно, потому что у нас есть подрастающая молодежь перспективная, которые выезжают на всероссийские соревнования. То есть они тренируются не на стандартной площадке, приезжают туда, там стандарт. И им тяжело первое время, период адаптации, пока они там раскачаются, разбегаются. Строительство спортивного зала с футбольным полем в поселке Искатели – это стратегически важный проект, уверены спортсмены. Ведь тогда можно будет решить проблему занятости подростков в свободное время. Появится больше возможностей у тех, кто уже занимается спортом. Ну, в первую очередь, хотелось бы отметить, что в Искателях живут очень много народу, живет, скажем так, да, более 8 тысяч, может, 8 тысяч. Поэтому детей у них также много, и спортивного зала такого, скажем, чтобы с настоящими стандартами нету. Поэтому для детей это очень крайне важно, потому что, чтобы они занимались этим видом спорта, особенно для подрастающего поколения. Напомним, что прием инициатив от жителей региона продолжится до 25 ноября. Лучшие из них выберут сами жители. В программу «НАО-100» войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».